Приветствую всех на моем канале Олег Нестеров Брест. Это автомобильный канал, если вы на него попали, значит, вас каким-то образом интересует автомобиль или все, что связано с автомобилями. Вы попали на мой канал, но никак не можете в нем разобраться. Много видео, очень много видео. Есть видео по автомобилям, есть мой личный блог и какие-то видео, не связанные именно с ремонтом. Вы растерялись. Я вам в этом помогу, но об этом минуту позже. А сейчас я вам расскажу, что же вы увидите на моем канале. А на моем канале вы увидите множество видео уроков подробных со всеми пояснениями, со всеми нюансами, как можно отремонтировать свой автомобиль, то есть кузовные его работы провести ему, да, и покрасить автомобиль, как подготовить, как отремонтировать бампера, как поставить стекла, как отполировать машину, как покрасить, как подготовить ее к покраске. Множество уроков. Ну и самая приятная часть. Уроки все бесплатные. Вы являетесь обычным подписчиком моего канала. Также можете участвовать в комментариях, обсуждать, задавать вопросы и просматривать видео, учиться. Базы данных, базы уроков тех, которые уже есть на канале, хватит для того, чтобы вы сами смогли самостоятельно выбрать себе оборудование, приобрести то, что вам нужно из оборудования, и руководствуясь чисто уроками, покрасить свой автомобиль. Еще одна прелесть канала: он является интерактивным каналом. То есть обсуждения проходят не только в самом Ютубе, обсуждения также проходят и на Зело Рации. На данный момент на Зело Рации 6000 подписчиков. То есть это мой канал, где я отвечаю на вопросы. Но на канале в Зело Рации есть не только я, есть и другие специалисты, которые тоже вам помогут, если у вас будут какие-то затруднения. И где-то в середине этого видео я вам расскажу, как гулять по моему каналу, как это удобнее сделать, как найти что-то в какой-то папочке. А сейчас я расскажу, что же вы еще можете увидеть на моем канале. Кроме ремонта на канале, можно увидеть и всевозможные обзоры по материалам, по оборудованию, с которым приходится работать кузовщикам. Но, как бы, эти обзоры интересны не только для кузовщиков, потому что инструмент бывает разный и применяется он в разных областях. То есть по плюсам и минусам этих материалов, этого оборудования, мы и говорим. То есть создаем видео, потом его обсуждаем. Какие возникают у вас вопросы, вы их можете задать мне. На частые вопросы я делаю видео. И то есть иногда могу по вашему именно вопросу снять видео, если вы чего-то недопонимаете. На канале также есть и конкурсы. Конкурсы проводятся ежемесячно. Конкурсы призовые. То есть выбираем победителя, вы присылаете свое видео на ту или иную тему, тема объявляется, потом мы проводим голосование, и на Ютубе голосование проходит 10 дней, и 5 дней проходит голосование на моем сайте. Как попасть на сайт, я тоже это покажу чуть позже. На канале уже больше 23 тысяч человек в подписчиках. Просмотры не буду уже говорить, это уйдет в историю, так как это видео я хочу сделать главным для того, кто только зашел на канал, случайно попал, не может в нем определиться и узнать, что же он увидит на моем канале. Канал является не мануальным, канал очень интересный, в интенсивном таком ритме идет, то есть в начале видео я рассказываю какой-нибудь анекдот, в середине что-нибудь поболтаем за жизнь, и в конце я тоже рассказываю анекдот. То есть таким образом канал является информационно-развлекательным. Ну, если у вас нету юмора, не беда, но вы воспитанный человек, просто перематывайте анекдоты или неинтересную вам часть. Со временем вы поймете, что в какое время идет, где тема, где анекдот, где разговоры ни о чем.
Вы выделите для себя главное и будете смотреть только это главное. Я отвечаю абсолютно на все вопросы подписчиков. Но чтобы задать вопрос, немножко посмотрите видео. Если вы зададите свой вопрос именно по видео, которое вы посмотрели, я видел вот в этом видео, почему так, а не так. На такой вопрос я вам с радостью отвечу и уделю намного больше времени. Если вы зададите такой вопрос, например, не смотря видео: «Олежа, как разбавить красочку?» Этот вопрос встречается наиболее часто, где-то около 50 раз в день. То есть писем приходит около 700 за сутки, и 50 из этих писем: как развести краску, какую шкурку купить. Вот такие вот вопросы, да, человек, то есть не посмотрев видео, сразу задает вопрос в лоб. Я, конечно, отвечаю на такие вопросы, да, но терпение мое может и лопнуть. Так что посмотрите видео, потом задавайте вопрос. Летом с 5 по 9 августа у нас состоится слет в городе Бресте. Участники слета будут проживать на Белом озере, на турбазе. Гуляние будет проходить в Беловежской пуще на Царской поляне. Жилье, экскурсии, будет много экскурсий, посещение Брестской крепости, там всякое разное. Все это уже входит в цену, вы можете посмотреть это вот по этой ссылочке, как попасть на слет. Канал начал свою работу 4 месяца назад, а я имею в виду, вот когда я уже подключился, когда начал снимать видео в HD-качестве, то есть снимаю на Full HD, но YouTube потом урезает и просто как бы HD качество получается на 29 кадров. То есть вы можете выбрать любую, насколько у вас тянет компьютер, можете на 1080 качестве смотреть видео. В начале своего начинания, да, всего вот этого канала, видео снималось то на телефон, то на фотоаппарат. Это можно увидеть в старых уроках. Я их не стал стирать, просто они дороги мне как память, но они тоже несут какую-то информацию. Уроки действительно там такие важные, которые, из которых можно что-то подчерпнуть, но качество там немножко страдает. Ну, как бы суть не в том, как бы сама тема там раскрыта. Вначале как бы я и не рассказывал анекдотов, и ввел немножко передачу так по-своему, немножко неуверенно, и за этим просто даже интересно понаблюдать, как развивался канал. И мы подошли к тому моменту, как все-таки же искать видео на канале. На канале видео поделено по плейлистам. То есть вы можете найти любой плейлист, интересующий вас. Будь то кузовной ремонт, окраска, ремонт бамперов или другое какое-то видео. Плейлисты имеют свои названия, из которых вы поймете, какая же тема нужна. В каждом плейлисте несколько видео, их там множество. Вы можете найти нужное вам, исходя из названия. Как найти меня на канале? Если вы не будете успевать, сейчас я буду вставлять скриншоты, если вы не будете успевать, ставьте просто на паузу. Для начала заходим на главную страницу канала. На главной странице канала вы видите сведения, нажимаете на сведения, и вы видите все сети, где меня можно найти. Это Одноклассники, ВКонтакте группа и ВКонтакте страничка, также мой сайт и многое другое, что вы увидите. Нажав вот эту кнопочку и перейдя в группу «Контакты», вы видите группу ВКонтакте, вы видите меню. Заходите в это меню, и у вас открывается такая система. То есть, нажав на любую из этих кнопок, вы можете перейти как на YouTube, так и на сайт, так и на Zelo Ratio. Обратите внимание, канал на рации стали клонировать, так как он стал популярный. А чтобы не попасть на клон, а именно на мой канал, можете нажать вот эту кнопочку, и вы попадаете прямо в мой канал рации. Чтобы найти какой-то плейлист, нажимаете вот эту кнопочку, как видите, плейлисты, да? И у вас открываются сразу все плейлисты. То есть из этих плейлистов вы можете выбрать нужный вам и перейти на нужное вам видео.
На главной странице или под видео есть вот такая вот кнопочка. Нажав на ее, вы подписывайтесь на мой канал. Чтобы подписаться на мой канал, вы должны быть зарегистрированы на YouTube. Регистрация не займет много времени. И нажав на эту кнопочку один раз, вы видите надпись, что вы подписаны на канал, и подписывайтесь на канал. То есть подписка происходит в один клик, после чего вы можете писать под любым видео комментарии. Как бы вот здесь набираете комментарий и отправить. То есть ваш комментарий я увижу в любом случае, и я отвечу на ваш комментарий. Видео можете задавать под любым абсолютно видео, если вы еще не так соображаете сильно, да? Я ваш комментарий увижу в любом случае и отвечу вам обязательно. Ну, как видите, ничего сложного. Все это можно разобраться вполне. Подписывайтесь на сайт, подписывайтесь на канал, участвуйте в конкурсах, задавайте свои вопросы, я вам с радостью отвечу. Номер моего скайпа вот. Потому что некоторые спрашивают: Олежа, как у тебя там номер скайпа? Ну и на канале я как бы создал папочку такую по очень частым вопросам, которые задают. Это будет такой небольшой справочник, который будет постоянно дополняться по мере тех вопросов, которые задают. Да, я буду отвечать на вопросы. Будет такой блиц-ответ. То есть не пугайтесь. То есть вы зашли, там без представления чисто идет ответ на вопрос какой-то. То есть основная информация. А подробности вы можете увидеть на канале. На все эти вопросы есть ответ. Папочка будет называться «Частые вопросы. Блиц-ответ». То есть заходите в папочку и смотрите перечень вопросов. Нажали, я вам быстро ответил, что вас интересует. Ну и приятного всем просмотра. Надеюсь, уроки будут для вас полезными. Задавайте вопросы, я на них буду отвечать. Смотрите видео, приятного вам просмотра. Ну и, конечно, как всегда я говорю в своих передачах, добра и бабла.